должны понимать, если вы хотите звучать, то вы должны это делать в связи, в йоге. Для кого вы это делаете? Зачем вы это делаете? Хотите вы быть проводником или создателем? К сожалению, место создателя уже занято. Поэтому мы ничего не создаем, мы просто подключаемся к каналу. И когда мы это принимаем со смирением, что мы всего лишь проводник, эта энергия, это бездонный процесс. Чем больше я занимаюсь, тем я понимаю, что я ничего не умею. То есть, кто-то говорит, о, мне вчера звонит, там, женщина говорит, ты классно так вчера пела. Я думаю, боже мой, так петь нельзя. Мои ощущения. И с каждым разом, чем человек погружается глубже, тем он понимает, какое это бездонное знание. Нет предела совершенству ни в чем. Вдох делается через нос, и выдох тоже делается мощно через нос. Слушайте внимательно, как будто бы мы хотим высморкаться. Низом живота. Вот это место в звуке самое важное. Он идет глубоко, он естественный. Мы стонем, да, у нас этот звук идет. Но это тоже такая особая медитация. Потом, когда вы останетесь одни, постаните. Вот реально, вспомните, пожалейте себя, постаните немножко и ощутите этот звук в теле. Тогда вы научитесь звучать, а потом вы научитесь чувствовать, где звук. Мы общаемся, это наш язык общения. Каждое упражнение, оно освобождает ваше тело от зажатости, раз. И второе, оно дает возможность вам ощутить определенную точку опоры, которую вы потом сможете в песне, в мелодике, в звуке использовать. Потому что вы не зазвучите, если вы не расслабитесь или будете где-то зажаты. Звучим. Молодцы. Можно, да, представлять все, что я говорила, коровья морда, все что угодно, то, что позволит. Вы должны найти в своем теле максимально приятную позицию для звучания. Потому что петь — это очень приятно, очень приятно. И вашим фактором должно быть ваше ощущение в теле. Если вы чувствуете дискомфорт, значит, есть какой-то зажим. И поэтому ваше тело, оно дает вам ваши сигналы. Да. Это поможет вам акцентировать каждый звук. Пробуем медленно. Да-да-да-ре-ре-ре. Поможет расслабить тело. Па-па-па, да-да-да, ни-ни-ни, са-са-са. Са-са-са, ни-ни-ни, да-да-да. Па-па-па, ма-ма-ма, да-да-да, ре-ре-ре, са-са-са. Са-са-са, ре-ре-ре, да-га-га, ма-ма-ма, па-па-па, да-да-да, ни-ни-ни, са-са-са. Yeah.
вам это станет, вы доведете свое тело до автоматизма.